зданием учились. И на Свертехстрое, здесь в центре, в 15-й школе. И вот вы обретаете сейчас свое здание. Но несмотря на то, что вы учились в различных наших зданиях, вы уже очень много сделали для укрепления. И мне сегодня приятно сообщить, что... И вот теперь мы готовы идти уже по московской дороге, наступать и сделать наше образование самым фундаментальным в России, а значит и лучшим в мире. Челябинска, да, Москву, но больше нужно к этому, к Пекину стремиться, побеждать Нью-Йорку, там. А он на мировой пообещал. Первым сентября